Халлоу, это там долбоёба, блядь, сука. Так, игра. Там и вроде русские, да, делали. Не вроде, а точно кто это еще мог делать. Три героя называется там, типа. Какие-то сказки. Почему-то по-английски, наверное, три богатыря в русском переводе, да? Вот смотрите, что сделали, да? Мы бесплатно эту игру опять выиграл. Вот, смотрите, да? Меню интерактивное, так сказать. О! Смотрите, смотрите! Петух задом ходит, как Майкл Джексон, лунной походкой. Все, вот смотрите, да? Пришел, а потом он задом уходит, блядь. То есть это, блядь, это Абдулена, да? Смотрите, смотрите, лунная походка. Охуеть, блядь. Вообще нахуй. Дым такой, блядь. Тут такие, сука, персики растут. Или это яблоки, ну, неважно. Такая марихуана. Вообще, блядь. Там петух катается на лыжах, на коньках. Медведь там, сука, или свин. Вообще, тут дед живет, блядь. Вообще, тут не просто как бы анимация, тут жизнь. Вот, это как ток-шоу, то есть компьютер сам тут жизнь живет свою собственную. Он не подчиняется никаким законам, управлениям. Петух вот проживает веселую жизнь. Да? Вот игра, да? Три богатыря. Давайте поиграем, да? Сколько там? По-моему, она 3 рубля стоит. Играет пиздатая там. Весит. Даже я удивился, что она весит так много. Целый гигабайт с чем-то там. Обычно-то игры, которые я играю, они весят там 60 мегабайт, блядь. А это целый гигабайт. Ну, изи. Или изи. Once upon a time, there were heroes, but no one has seen them for a long time now, and even tales about them are fading away. They have scattered, settled in places of solitude. Блять, а сука. Who be ye, and why are you sneaking around? Foresters we be, my good man. We're checking the forest right here. Here we are. Сука, блять, сейчас это. Ah, you foolish son of a dog. You look Son of a dog. Sonny dog, sonny dog. Вот этот бомж какой-то пришел. Смотрите, блядь. And who allows you to be wandering around my country? Hey, are you some kind of hermit? Living in your forest, having no clue of politics. Блядь, это пиздец, нахуй. Новгород is under siege by Lithuanians and Putin. У меня выдает 900 FPS в игре. Ничего себе, блядь. Интересно, геймпад работает? Вот этот бомж, это реальный прототип разработчика. Разработчика, который после новогодних праздников пришел, сука, в студию, да? Продолжать свою работу. Я забываю все время, что в Симе можно язык поставить там в настройках. У меня склерот, блядь. Надо было проверить сначала, прежде чем играть. Блядь, какая-то опять сериал начался. Прямо готика какая-то, блядь. Мне напоминает готику, они там что-то примерно так же разговаривали. I think it's time to get fighting again. Run, you ragamuffin. Какой-то деревенский бычара, блядь, вышел с луком, да? В конопушках весь. При этом он блондин, а не рыжий. Уже 1000 FPS, блядь. Оно все растет.
А вот теперь 5 FPS. Нихуя себе оптимизация какая. От 5 скачет до 1000, блядь. Так. Добро пожаловать в магический мир трех героев. Этот экран научит меня всему, что мне надо. Если нужна помощь, нажмите Х. Это что, игра несет нашу культуру, что ли? Западный мир? Ни хрена себе, блядь. Как мы развились, блядь. Смотрите, у меня курсор сам ходит, блядь. Посмотрите. Нихуя себе, блядь. Курсор сам ходит, блядь. А как его остановить, блядь? Смотрите. Блядь, как все охуенно. Это Алёша Пупович, похоже. Алёша... На своем, блядь, домашнем приусадебном участке, так сказать, блядь. Курсор, блядь, смотрите, сам пришел оттуда. О, он остановился. Блядь, он остановился! Абдулена, блядь. Сука, он опять полетел. Ебать. Чудеса какие-то, нахуй. Короче, мне тут говорят, там... О, геймпад работает, блядь. Блядь, ну все на английском, они тут говорят. Блядь, да ты заебал нахуй этот курсор меня, заебал, он бесит меня, блядь. Что за хуйня, блядь, пидорасы делали игру, блядь, пидоры ебаные, да. Все, что я сказал сейчас, это было... Шутку! Шутку! Охуеннейшая игра. Так, так. Так, голубая это сила, да? Как мана, что ли, она? Ее надо пополнять молоком, блядь. Пиздец, молоком, блядь! А жизни надо мясом пополнять. Мужики жрут мясо. Окей. Так, давайте. Год петуха и славно мы начали. Игры. О, блядь! Здоровенький булы, блядь! Ты чё? Попутал, что ли? Ты попутал, что ли? Ты на меня вычишь? Интересно, стрелы ограничены или нет? Дикая какая-то чувствительность у этого. Вверх-вниз, а вправо-влево нельзя, блядь, вертеть. А, можно, но другим... А похуй, блядь, как-то странно. Курсор так и продолжает ездить, блядь, куда-то. Алёша нашел замечательный итем. Используйте это на Enter. А я-то на геймпаде играю, сука ты тупая, блядь. Ладно, понятно. Тут вообще геймпад не предусмотрен, нахуй, но он работает. Здорово, петух! Здорово, петух! Нихуя ты борзый, блядь! Ты мне сани сломал! За это ты ответишь! О, блядь, с такой чувствительностью я прямо, блядь, попаду сейчас, нахуй, вот так. Ебать. О, блядь, оно само тоже ездит тут. Блядь, какая охуенная игра, само все. Блядь. О! Петух! Блядь! Сука, пиздец. Блядь! Короче, на этой игре на геймпаде нельзя играть. Будем играть на мышке. На мышке нет прицела! Блядь! Или есть? А я чё его не вижу? Блядь! Опять Алёша напился!
Блядь, Макс, жесть! Я, Лёша, я в микрофоне. А где мои стрелы? А я что, не могу свиньи в жопу стрельнуть? Я, Лёша, я алкоголь. Бронированная свинюка. А у меня нету кинжала ее зарезать. Ох, моя, Лёша, я алкоголик. Шишка. Шишечка. Копить будем самовар. Блять, чуть-чуть сумрось. Опять сани мои. Дербанят. Лесника надо попросить это за домом приглядеть моему Дулину. Так, тут какая-то писанина, которую я все равно не пойму. Что такое один, не? Я прокачался? Я все-таки хочу этого петуха завалить. Ладно. Ух, ах. Ух, ах, блядь. О! На! О! О, там яйца! Там яйца! Озвучка просто пизда! Жопа. Оп, сальто мортале. Пиздец. О, болото. Царевна лягушка, где она? Это в русских сказках было про царевну лягушку. О, кирпич, кирпич. Кирпич, знаешь, стоп, сюда проход запрещен. Запомните, дети, кирпич. В русских народных сказках всегда был такой знак. О, кабан, ёбаный, блядь. Или это медведь? Это кабан, блядь, это враг, это враг. Почувствуй мою любовь, он говорит, почувствуй мою любовь. Умри, блядь. Вот эта игра сочная, пиздец, блядь. Так. Там что-то было написано. О-о-о, вот это да, вот это круто. Вот это мы узнаем, блядь. Он еще. А как его добыть? Как его добыть? Сейчас во всех играх добывают уж. Он испарился, блядь. Кролики! Я хочу мясо! Так здесь. Блядь, еще кабан нахуй. Блядь, еще блядь. Блядь, там мясо. А мне туда вообще идти? Давайте посмотрим. Дуб! Так. Лодка! Плывем нахуй. Нихуя можно залезть в нее. Все охуенное в игре, блядь. Гриб, мухомор. Его надо съесть. Закусить так. О, волк! Волк!
Блять, сука, волк, ебать, какой огромный, блять. Мне похуй. Я снайпер. Я не боюсь волков, блять. Ты следующий, плюс 28. У меня супер экспириенс там идет. Right, left, право-лево, охуенно, блядь. Думаем, думаем. Дупло. Дупло, ебать. Тут все так интересно, блядь. Так. Куда же мне идти? Она, по-моему, даже онлайн, эта игра, мы уже онлайн играем. Хотя я не уверен. Пиздец, может быть направо, может быть налево, а может быть это долбоёб. Давайте вот сюда пойдем. О, вот он, лесник ебучий. Hello, Алёша! Смотрите, мы перевели игру на английский язык. Американцы никогда не озвучивают игры, а мы озвучиваем. У америкосов там всякие графики стрёмные, блядь, не, как сказать, не уникальные. А у нас уникальный графен, посмотрите, какая трава, ни в одной игре такой травы нет. Охуенные, блядь, трава-мурава, потому что это... У нас рыжий блондин, понимаете? Рыжий блондин Алёша Попович. Уникальное сочетание, блядь. О, бля, мне тут что-то рассказывают, типа, блядь, может как раз я могу дом еще построить один свой и там сидеть, блядь, в крепости, а? О, а-о, а-о. Или это я должен собрать? А, я типа ему должен собрать, чтобы он сидел в моем доме, блядь, жопу чесал, блядь. Его Магнус зовут, да? О, мне сразу четвертый уровень дали. Как прокачаться-то, ёпте. Эх, ма, блядь, надо понажимать кнопки, давайте понажимаем. Короче, я так нихуя не понял. Что-то нажимать, блядь. Может, ничего не надо. Просто буду идти по дороге, не сворачивая. Откуда я шел-то? А, вот, вот так я шел. Слышь, дед, давай подступим по-другому. Если ты такой слабый, тощий кусок говна, давай тебя, блядь, в живых оставлю, а ты за моим домом присмотришь. Шли, я тебя сейчас морду набью, блядь! Потому что не надо мне твои сраные, блядь, квесты! Мне не... Блядь, просто бесишь меня, бесишь. Торпёр, блядь. О, пока кабана убью, на. Просто снайпер, я просто снайпер, блядь, смотрите. Барыгу встретил по дороге ебучую. Чё, опять народ объёбываешь на товары, перекупщик ебучий, жирная борода, блядь, боярин нахуй! Как вы заебали, бля? Всё, я уже 10 уровня. Так, торговец, его надо убить и забрать у него деньги. Мне кафтан нравится, а то в каких-то обносках хожу, этот жирный боров, блядь, тут жрут, сука.
Могу все забрать, блядь, у него все ягоды вкусные, блядь, сожрать соединенный присест, блядь. Ну чему нельзя? Ну почему нельзя-то? Ну почему нельзя, я алкаш? Ребят, эта дорога ведет все время в одно и то же место. В курятник, петухатник. А это уже чей ты? Викентий какой-то. Посмотрите на его бороду, это какой-то еблан, блять. Вообще-то мне надо найти ему. Вроде он про ягоду какую-то говорил. Ежевику там, голубику, куику. О, у него клубника гигантская растет. Да вот про нее он и говорил, наверное. Явно какие-то аномалии происходят. Все какое-то гигантское. Даже мухоморы. Смотрите, какие бабочки, как птицы. Пиздец, блядь. О, елка. Сейчас же Новый год. Можно рубить елку. О, это же этот. Я Алёша, блядь. Короче, давай разберемся по этим, слышь ты, хуй. Я Алёша, я выпил. Ищи меня в окошко, ты не ложишь. Давай попиздимся, блядь. Сто рублей есть, а если найду? Сто рублей есть, а если найду? Опять кабан какой-то. А куда он убежал, этот долбоёб? О, мясо. Я мясо! Мясо нашу! Короче, я прогнал бандита. Я герой. Опять лево-право. О, тут карта есть. Я куда-то в тупик иду. Нормально, мне это устраивает. А это что за жижа? Опа! Я снайпер опять-таки. Опа, блядь. Карта, главное, вся открыта, блядь. Долбоёбы не додумались её закрыть сначала, чтобы, типа, не сразу открывала, блядь, места. То есть это специально так сделано, для удобства. О, враги, бандюги. А, они тоже косые, как я, блядь. А, это я, Алёша, я бессмертный, я профессионал. Ой, мама за фака. Тут каратисты какие-то с бревном, блядь. Наука бесконтактного боя. О, там карлик, блядь, с луком. Нихуя себе, блядь. Да я просто чемпион. У меня где-то... Как там говорили, где-то жизни есть, блядь. Ебать, тут перестрелка. Мне так нравится это, блядь. Охуенно. Он еще после каждого звука пердит, кричит, блядь.
кофе у нас. Молоко, молоко. Молоко с огуртом, так. Лук, лук. Как его взять, блядь? Как его взять, блядь, пизда? Опа! Жопа! Опа! О! Как взять-то, блядь? Так, controls. Ну-ка. О, я настроил игру теперь, блядь. У меня вроде бы все работает. Или нет? Я что-то не уверен. Так, давайте, блядь, как взять лук, надо додуматься. Контрол. Г взять и там. О. Это то же самое. Да, это одинаковый лук. Да это целый RPG, блядь. Целый RPG. Так, где там карта, куда мне идти? Вон какие-то точки, надо их все зачистить. О, в натуре. Может, геймпад теперь работает нормально? Да, и геймпад более-менее нормально заработал. Хотя в пизду на геймпаде тоже неудобно будет. Немножко удобнее нацеливаться. Так. Какая-то лавка тут будет. О, мазафака, бич. Так, так. Все, чё-то, подожди, пацаны. Опа! Тут идет великий бой. Дерется хуй с горой. Я забыл, как Витам жрать. О, я череп взял. Тут еще волк. Ну стреляй, заебал, блядь. Так, надо посмотреть, как юзать итем. Enter. А как менять его? А, вот. О! А водка где? Какая сказка без водки? Ладно. Посмотрим карту. Мне надо вернуться вон туда, вон там что-то написано. К Вудману. Вот, тут стрелка появилась, галимая. Отлично. Вудман. Это не тот Вудман, который порнок снимает. Заменить личность. Кто это? А-о-о-о-о-о-о-о. Лукич, блядь. Бибаран, читал Лукич? Или не читал, блядь? Пиздец, у него антимагия против моих стрел. Так, волк. Слышь, Лукич! А куда мы идем с тобой? Мы долбоёбы? Мы долбоёбы, мне туда что надо?
его довезти. Ой, тут, блядь, какие-то карлики опять напали. Но я такой большой, сейчас я с ними разберусь. Ой, это как хачек, блядь, такой-то. Ебать он ебашит. Блядь. Ой, все, умер сына удара. Слабак, я этот... Русский богатирь, всех убивает. Люк Алош. Где Люк? Где Люк, дед? Сейчас нарвем, блядь. Заебал ты будешь мне комментировать каждую, блядь, перду. Болтун, блин. Старый болтун. Люк, Алёша! Слышь, дед, давай. А ладно, доведу тебя уже, заебал. Блядь, свиньи какие-то бегут, ебать. Ё-моё. Конечно, стрельба в этой игре просто божественная, блядь. Просто так реализованная. Погодите, че мне... Блядь, я не сохранился. Да пошёл нахуй. Короче, да, я не сохранился, все проебалось, блядь. Меня убил кабан, лось, свин. Ставить надо, блядь. Тут уже и так стоит автолог, блядь, да? Меня убил кабан, лось, свин, медведь и все прочие, да? Эту игру я не смог пройти на легком, потому что тут... Говёное управление, долбоёбское. Заткнись, нахуй. И тут надо сохранение все время сжать, блядь, вот так. А погодите, тут какое-то есть сохранение. Вот, блядь. Ебать, оно грузится, как долго, о, блядь, свинно. Блядь, это говно не сохранили. Давайте другое посмотрим. Без, нормально, нормально. Блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ладно, я уже и так долго играю. Вообще такая охуенная игра. За 3 рубля вам предлагают, если вы по скидке покупаете. В общем, за 3 рубля целая MMORPG, блядь. Которая... Насчет ММО я не знаю, тут давайте выйдем в меню, проверим, пойдем сохранить, наверное. Буду проходить эту игру, потому что она крутая. Смотрите. Смотрите, да? Короче, нет никакого мультиплеера, я наебал. Или есть? Не, нету. Профиль есть, наверное. Ну, короче, да. Вот. Сука, такая хуйная игра, блядь. Вот, богатыри, да. Вот, что хотел сказать-то по этой игре, блядь. Что-то, блядь, шедевр, нахуй. За 3 рубля целая... Полноценная игра с квестами, тут дохуя квестов. Вообще, блядь, наверное, будет, блядь, битвы, там все охуенно, но тут кривое управление уебищное, блядь,
как макака какая-то делаю его, блин. Ну, так даже интереснее играть, сложно, даже на легком пройдешь никогда игру. Поэтому, блядь, всем советую, скорее, блядь, кредиты берите, 3 рубля, нахуй. Еще покупать эту игру, блядь, вообще нахуй, блядь, там Witcher какой-то, говёная игра, блядь. Вот это вот. Гораздо круче и оригинальнее. Вот и всё. До новых встреч. Как выключить? Как вы...